Леди, ищи. 4 кинолога и 12 хвостатых подопечных. Трудовая смена «Звездной леди» начинается в 7 утра, а заканчивается через 24 часа на следующий день. Конечно, бывают выходные и даже отпуск, но пока длится суточное дежурство у ее хозяйки, работает и собака. Молодец, девочка, молодец. Отлично. 2 раза кормление утром, вечером у них. И, ну, если на выезда, если кинолог заступает, закрепленный за данной служебной собакой, то на выезда на место происшествия можно сутки кататься. У каждой собаки свой профиль работы, который кинологи определяют еще в щенячьем возрасте, в зависимости от характера и темперамента животного. Четвероногие полицейские незаменимы на многих фронтах правоохранительной службы. Ищут взрывчатку, наркотики, ездят на задержание преступников и охраняют их в изоляторе временного содержания. Корсар, например, работает по следу и с начала года выехал на место происшествия уже 170 раз. Эффективность следовой работы состоит в том, что собака, когда идет по следу, она указывает путь направления, откуда, возможно, пришел преступник, либо ушел в этом направлении. Это много таких случаев, где собака была применена, и в дальнейшем в этом же направлении было установлено, что да, преступник ушел в эту сторону, там, или уехал на машине, допустим, следы были обнаружены машины. За такой результативностью огромная работа кинологов. Случайных людей здесь не бывает. Ведь дрессура – процесс долгий и непростой. Специалисту необходимы терпение, выдержка, вера в своего воспитанника. А главное – любовь к животным. С детства люблю собак. Закончила ветеринарный институт. Хотела работать изначально по должности ветеринарного врача. Но потом знакомые мне посоветовали обратиться тогда еще в милицию, вот, что там есть должности на кинолога. Вот. И, в общем, с 11 года я работаю в кинологии. Интенсивный режим работы возрастные собаки не выдерживают. Максимум в 10 лет их отправляют на заслуженный отдых. Желающих взять домой такого пенсионера более чем достаточно. Желающих бывает очень много, как бы, да, все знают, что собаки обучены, желающих только узнать, что мы, как бы, собираемся списывать, очень много желающих, но мы, как бы, об этих людей тоже узнаем, кто они, что они, были ли у них, ну, опыт с собаками, не было опыта, как бы, не ко всем подряд мы отдаем, пусть я лучше чуть-чуть придержу его у себя, чем я отдам кому попало. На смену хвостатым стажистам приходят их молодые напарники. Год назад в наше ОМВД поступили 2 щенка – Перис и Платина. Все это время шли ежедневные тренировки. И сегодня четвероногие сотрудники готовы к несению службы. Заниматься пойдем? Пойдем, молодец моя, ты же моя, хорошая моя. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».